Вы все знаете, друзья, что в Америке люди не голодают. Ну и, соответственно, когда люди не голодают, ну, вот вы видите перед собой, в магазине Home Depot мы находимся. Вот вы видите, сколько нужно всего для людей, которые не голодают. Какое разнообразие. И, в общем-то, это недорого. Вот тут вот это нехитрая вещь. $119. А вот тут более хитрая $218. Вот. Уж сильно ли она хитрее, я не знаю, но разберут больше. Может, у нее пропускная способность больше? Вот 288, смотрите. Прям как с открытым ртом стоит с этой черной штукой. Прям страшное дело. Вот. Да. Да. Нет, друзья, нет. Не голодают в Америке люди, нет. А вот крышки. Видимо, крышки снашиваются быстро. Так я чувствую, потому что зачем нужно столько крышек, если вроде ты когда купил этот предмет, он уже с крышкой, значит, они на нее сядут, встанут, и крышки изнашиваются. Вот так получается. Это, друзья, Сильвер. Его называют Монтерей. Монтерейский чак. Yeah, she's a puppy. Монтерей чак. Very cute. A little bit wire, some kind of wire hair too. Mm-hmm. Oh, sorry. Друзья, совершенно очевидно, если вы невооруженным и даже вооруженным глазом глянете на это все, то вы скажете, ну, наверное, пластик. Не может же это быть настоящим. Итак, рукой трогаешь. Чисто пластик. Светочка, скажи, что это? Я не знаю. Это растение очень красивое. Я не знаю, оно для внутреннего использования или для улицы. Но оно гибное оно совершенно. Оно очень красивое, да. Действительно, друзья, это таки да растение. Вот оно там в горшках, с настоящей землей. Все по-честному. Вид потрясающий. Да. Так. По 20 баксов горшочек, смотри-ка. А вот эти по 11. Вот, пожалуйста. Ну и вид, конечно, особо не имеет. Это все по десяточке такие. С горшком вместе. Вот эти красавцы, слушай. Это точно для дома. Для дома? Да. Слушай, а хоть что это? Вот, вот дают, а? Тут написано, подожди. Ну. Сейчас мы посмотрим, очки одену. Так. Да. Тут вот инструкция, вот тут название конторы. Вы видите... светильнички, это, ты считаешь, такие вот в туалете вешают, да? Ну, еще раз, это не модерновый стайл, а вот да, это модерновый. Это более модерновый стайл. И вот это вот тоже модерновый. Они еще своим светом нам засвечивают в камере то, что мы видим. Вот эти красивенькие. Ну, друзья, я вас не то что $104. Удивить хотел, но я просто показываю, что бывает, а? Ну, такие модерновенькие, $104, да. Смотри, 4 светильничка. Света говорит, что... Я боюсь, тут камеру не наведешь. Вот эти вот, да, 4 светильничка, да, за $104. Так, светильнички. Ну, это не для туалета, это я бы где-нибудь там у зеркала в прихожей. Бра всякие. Да, тут на самом деле их много. Вот если вы посмотрите, вот тут со всех сторон они висят, эти люстры, их много. Такие светильнички всякие. То, что в магазине есть прямо вот так живьем, оно обычно очень недорогое относительно того, что будет стоить, если специально заказывать. Так, ну это прямо они косят под Тиффани здесь. Мы пришли в такую часть магазина Home Depot, где продают двери и окна. Вот. Давайте посмотрим, какие у нас тут
Андерсон, это очень известная компания, они так подороже других. Деревянные окна потрясающие, очень хорошие. Да, ох, ох, ох. Хорошие, ребята, хорошие окна. Хорошие окна. Да. Милгард, тоже очень известная фирма. Да. Так, а тут двери пошли. Очень интересно их так, да, выставляют. Вот такая железная рама. Так она вот. Вот и так можно эту дверь в железной раме так покрутить, повертеть. Почему, друзья, американцам нужно столько дверей? Потому что им есть что за ними скрывать. Да, все это, ничего нужны людям столько дверей. $437. А вот стало подешевле, да, или что это? Get it installed. Okay. Нет, это дверь стоит $384. А с установкой 437? Да. Ну да, так. Это fiberglass door. Как, не дерево? Нет, это fiberglass, то есть по цене просто. А если бы деревянная была? Намного дороже. Намного? А покажи нам деревянную. Ну, я так не знаю, нам так на скидку. Ладно, найдем дорогую. Ну, вот. Значит. Вот, наверное. Так. Это деревянная? Это тоже fiberglass. Тоже. Здесь это fiberglass тоже. Написано. Так, ну а красивая. Вот тут уже видишь, какие цены? Да, она уже 1300. Да, вот тут, тут вообще какие-то цены пошли. Более интересные. Это. А то действительно поставишь дешевую дверь и чувствуешь себя как лох, правильно? Ну. А вот это вот. 437, вот, пожалуйста, да? 437 с установкой. А так, вроде, тоже ничего. И не поймешь еще, кто лох, кто не лох. Знаете, вот так. Трудно. Трудно жить-то. Так вот поставишь вещь, все скажут лох. А хуже всего вообще никто внимания не обратит. Вот так, друзья, знаете, никто не обратит внимания. Ты такой гордый, поставил что-то такое, хорошие фирмы, а никто и не понимает. Никто не понимает и внимания не обратит. Болтает все так. Да. Двери входные. Тут вся эта секция называется. Ой, ребята, мне очень нравится эта дверь. Я не знаю, давайте отойду, может быть, немножко. Вот, она такая деревянная, красивая. С таким замком замечательным. А тут что у нее? Так, тут она что-то совсем другая. Как-то они так ее перелицевали, что ли, на две стороны. Да. Это мне напоминает, как прививают, знаете, там, на грушу, сливу, на яблок, персик. Да, так вот тоже с дверьми делают. Идем дальше. Что тут у нас еще есть? Какие-то зеркала. А, это зеркальные двери для спальни, я понял. Sliding doors. Это не то. Какие-то, я бы сказал, их красить, что ли, потом надо? Или так должна белая быть? Нет, конечно, их красят. Их красят, да. Так, вида нет у некрашенной. Нет, но они праймят, они все... Праймят, загрунтованные. Да. Хорошо. Вот, магазинище-то. Прям двери стоят, друзья, с этим, с, как, сука, называется это? Ну, с рамой вот этой, как она называется? Фрейм. Проем? С фреймом, да. С фреймом, ну хорошо. Нет, вот это по-русски оно как-то, слово это должно быть. С коробкой, с коробкой. А вот, друзья, за $90 или за 127 с установкой
Мы имеем железную дверь. Света, постучи по ней, чтобы было видно, что металл. Нет, это не совсем то. Давай. Ну, где тут стучим? Давай каким-то металлом постучим. Да, вот я ключом от машины постучу. Вот, пожалуйста. Такие, да, металл. А вот это, смотри, там blinds, он только уже внутри. Внутри? Да. Ага, так. Вот, видишь, как, смотри, вот ты раскрыл. Понял. Закрыл, удобно. А это двойная? Двойная штучка, а тут еще, наверное, нужно где-то их опускать. О. Да, о, понятно. Вот Света там делает, оно опускается, прикольно. Поднимается. Я боюсь, что если сломается вещь, то все. Ну да. Будет либо открыто, либо далеко, открыто. Далеко не улететь. Ну, слушай, да. Она и недорогая совсем. Мама родная. Это окно, что ли? Нет, это дверь. Как дверь? Это окно. Ну, это вставка в дверь стеклянная. Ну, вообще пишут, что двор, да. Пишут, что для двери. А чисто внешне как окно. А вот, друзья, по ценнику вы можете легко догадаться, что это другого плана дверь. Это внутренняя дверь. Это внутренняя. Но вот это они. Двери без рам, без коробки. Нам нужно с коробкой. Правда восторжествовала, друзья. Вот мы видим двери с коробками. Они даже с коробками, вот там 72 доллара, так они прям пачками идут. По 72 доллара уже с коробками. Они разные все ширины, видишь, там 30. Разные. Вот 66 долларов. Разные стороны открываются. Да. Вот вы видите. Вот это за 66, за 67 долларов. Светик. Скажи мне, пожалуйста, вот ты как человек, который не одну дверь установил, ну, в смысле, не своими руками, конечно. Вот в чем фишка внутренней двери? Какая фишка? Ну, вот она может быть плотненькая, она может быть пустой совершенно. Да. Она может быть холокор, а может быть как-то не холокор. Вот это пустая дверь, знаешь? Пустая. А вот это не пустая. Слышь? Да, ну а в чем разница? Ну как, это изоляция звука, это хорошие дверь, они более дорогие. А сколько стоит эта дверь? А я вот пытаюсь просто найти. А вот, нет, это, ну подожди. Это инсталт. Инсталт 250 долларов. Да, ну еще посмотри, какая она приятная такая, она уже типа чуть ли не покрашенная. Ну да, да. Ну, да. Готова. Она прям как-то венецианским пластырем. Такая, да. А это вот дешевые двери. Это грубые, да. То есть, на самом деле, внутренние двери, допустим, вот в американском таком доме, да, скажем... Вот, смотри, написано «холокор» и «холокор». «Холо», то есть, да, пустой. А вот это уже звук. А это? А что за звук такой? Вентилятор включился. Она предлагает больше веса и выносливости, да. Чем традиционная внутренняя дверь, которая солнце. Скажи мне такую вещь, вот, скажем, американский дом, 3 bedroom, 2 bathroom. Сколько в нем будет дверей, так, на круг? Ну, каждый бедрум будет по двери. Не-не, скажи 30, 20, нет, 15. Подожди, ну вот я тебе считаю. Я же так не могу сказать, я тебе считаю. 3 спальни имеют каждая по двери, да? 2 туалета имеют каждая по двери, это 5 туалетов, да, по двери, да? Да. И, собственно, может не быть больше никаких дверей. И все? Ну, остальное может не работать. Ты знаешь, я помню, мы когда в Лос-Алтос дом строили, там дверей было штук 50, большой, наверное. Большой был дом, да. Слушай, какие красавцы, а? Это тоже? Это деревянные. Это тоже внутренние? Да, это тоже внутренние. А что будет так? Это вентилятор? Это вентилятор включили. Но эти вот по 100 долларов. Да, ну это эти самые, это пайны, это сосновые. Это двери. Сосновые, они красивые. Ну, не знаю. Слушай, они, оно что, ты вот подержи камеру. Это не было просто, друзья, но я для вас вытащил ее из стены. Ну, вот, в смысле, из пачки. Они еще пленочкой такой покрыты. Вот. Сосна, очень красивая. А что, еще и красят потом? Их будут промывать, надо потом красить. Правда, а нельзя так оставить, чтобы красиво было, как ну, надо чем-то или стейном покрыть, ну как-то ее надо защитить. Ну да. Иначе же она будет царапаться, ее надо чем-то разъемать. Это вот отсюда сейчас дуло и шумело. Так она подула, пошумела, потом закрылась, дырки тоже закрыла и ушло. Окна, друзья, не так здорово стандартизируются на рынке, потому что дома есть постарше, поновее, самые разные размеры окон и типы и так далее, открывается туда, открывается сюда, поэтому здесь не такой большой выбор именно окон, их заказывают, приходят люди, снимают размеры, заказывают окна, и они стоят тогда существенно дороже. А если вот здесь вы можете взять
и как бы вам подходит то, что есть внутри. Вот, пожалуйста, там $128 там с рамой и так далее, и нормально. То есть такой интересный магазин. Если делать простенько и вот из того, что тут есть, то получается существенно дешевле. Вот то же самое, 128, 188, это большое такое. Это какая-то неизвестная фирма, вот JW. Это очень известно. Известно, я первый раз вижу. У нас в Лос-Алтес был дом, это дверь входная. От этой фирмы? Да, это очень известная красивая фирма. Была. И они, в принципе, очень дорогие еще делают. Это не дешевая фирма. Понял. Просто у них здесь ширпотреб, поэтому они, в общем... То это ширпотреб дешевой, дорогой фирмы? Да. Выбери, говорят себе, какой тебе скайлайт нужен. И вот, пожалуйста, вам скайлайты. Такие, сякие. Вот они тут лежат. Довольно популярное дело сейчас. Вот в наших краях тут солнечно, света много. Вот вы видите окно интересное, размером 36 на 36 дюймов. Открывается снизу вверх. Дело в том, что к окнам есть такое требование, чтобы они, чтобы в случае пожара человек мог через окно сигануть наружу. И вот, чтобы размер был такой подходящий. Вот. И конфигурация влияет. Смотрите, один и тот же размер. Вот если здесь в нижнюю часть как бы легко сигануть, очевидно, что человек пролезает. То вот, например, такое же точно окно. Да, вот это? Свет? Да, нижнее, да. Нижнее. Вот такой же точно размер, но поскольку оно... Отдельно. Давай пойдем отдельно. Вот отдельно. Вот, значит, там половинки двигаются не вверх-вниз, а слева направо. И тогда же возникает вопрос, пролезет ли человек. Ну, на самом деле, это вопрос не философский, это надо просто узнать, какие требования в том городе, где идет строительство. По-английски это называется casing, а мы бы это назвали плинтусом. Как нет, мы? Это не называется плинтусом. А как? Ну, это вокруг они окна. Вокруг окна, да. Наверное, тоже вокруг плинтус. Двери. Вокруг тоже. Двери. Это плинтус. Нет, это не плинтус. Не плинтус. Друзья, вы знаете, о чем речь. Вот, может, его еще как-то назвать можно. Так, но это уже точно плинтус. Вот тот самый плинтус, что мы все понимаем, да, что это плинтус. Вот они тут. Из какой-то, я не знаю, трухи? Это МДФ, да. А, из ДСП сделано. Угу. А вот, друзья, пожалуйста, вам забор. Прямо с секциями. А, смотрите, за $70, чуть меньше, целая секция забора. Вот. А это тоже $65. Какой забор! Какой забор! Ничего делать не надо, уже раз только устанавливай. Вы видите, написано Basic Steel. То есть это двери, можно сказать, металлические или... Они там... снаружи металлические, а внутри там... Деревяшка. Этот, нет, не деревяшка, а этот фом. Пенопласт. Ну, они пожар. Это Fire Rated Door называется, который пожар. То есть это дверь для... Пожарная дверь из гаража откуда? Из гаража. Угу. Молдинг, друзья, молдинг – это то, что идет вокруг вот двери, вокруг окна, вокруг только двери, я не знаю. А, вот а по-русски тоже молдинг? Не знаю. Ну. Вот это вокруг кейсинг, да, а вот это уже плинтус. Понял. Они разные. Что это кейсинг – это молдинг? Кейсинг – это то, что вокруг окна идет, да. А плинтус – то, что… В общем, друзья, терминологическая путаница возникла. Вот их много всяких. Чтоб там вокруг окошечка, вокруг дверки. А, тут на каждой палке там цена, наверное, есть. Да, они палка там $1.50 примерно. А то есть и по 80 центов. Ну, совсем простые. Совсем простые, да. Да, да. Ну, конечно, чем навороченнее, тем дороже. Вот. А вот уже зеркала как зеркала. Вот, пожалуйста, $38, еще 38, такое красивое, большое, вот, 29, 23, ну-ка, ага, 49 внизу,
34 наверху, маленькая кругленькая 38, вверху 47, 91, почти 92, то этот, не понял, 21,61. Так что можно смотреть на себя относительно недорого тоже. Можно приходить в магазин с четвероногими питомцами. Не знаю, не знаю, как, в какой стране, у нас можно. Чего? Это штуки все, это food waste disposer. Они ставятся под умывальником, под раковиной, в кухню. Так. И все, что туда кидаешь, это как мясорубка. В раковину сбрасывается, оно проваливается вниз вот сюда. Да, и ты нажимаешь кнопочку, оно все это перемалывает, оно и уходит куда? В трубу уходит, потому что она уже... В трубу не... где? Куда вода обычно уходит? Да, по цинкам вот здесь. Вот, уже под раковиной. Под раковиной, да. Вот они разные, на любой вкус. Да. Некоторые более... А вот тут можно слушать. See the difference. Вот смотри. Supreme SS Ultra Quiet. Ultra Quiet. Ничего не слышно, да? Нет. Select Plus. А это да. Вот это они так шумят, когда перемалывают. А как же она перемалывает без звука-то? А ты ближе подойди, вон там есть звук, просто здесь шумно очень. Ну-ка. Есть. Немножко. Вот у нас такой стоит, тихий, я даже не знаю, когда он включен. На самом деле, это очень опасно, потому что у себя я все время ловлюсь. Ты не знаешь, когда он включается. Да, туда можно рукой случайно попасть. Об этом, друзья, мечтали ваши родители, дедушки и бабушки, жившие в Советском Союзе, а может быть, даже и вы. Если вы постарше... Света, мы мечтали о таком, даже когда жили? Не могли, у нас не было вообще даже возможности мечтать об этом. Да, слушай, а так вроде и недорого, правда? Да. Нет, а главное... А в чем смысл тюльпана? На ножке стоит? Да, и эта ножка прикрывает жуткие советские трубы, потому что обычно в Советском Союзе была только верхняя часть, а ножки не было. И да, вот тюльпан, а что было? Он из стены торчал? Он торчал, и такой вот этот, ну там такой есть... Ну да, да. Колено. Да, колено было, точно, точно. Ну, а здесь колено упрятано. Но что мы здесь делали? Мы у себя сознательно здесь повесили умывальник, вот, купили вот с такой ногой, а потом его убрали. А почему? Потому что хромированное колено, ну, смотрится по-современному, ничуть не хуже. То есть оказалось, хотя, что... Нет, ну вот это традиционный такой вид, да? Да. А сейчас, скажем, помаднее железной трубой, но хромированной. Хромированной. Даже лучше. Все, друзья, не мечтайте о всякой ерунде. Да, вот именно. Мечтайте о великом. Да.